Ребятушки, всем привет, всех приветствую на своем каналчике. Сразу можете лайкосик поставить, подписаться. Вот сегодня вот такой у нас топор, да. Сразу скажу, не я им пользовался, не я гасил кувалдой по топору, колол дрова. Топор у нас каленый, как слышите вы. Но лопнул он нетрадиционно, так скажем. Обычно лопается вот здесь, он лопнул здесь. Сейчас я вам покажу, как его заварить легко и просто. За считанные минуты, и он будет ходить у вас очень много времени. Заварено мною более 100 топоров на стройке, и работают мужики, только спасибо говорят. Для начала мы должны с вами этот топор с обуха сбить отсюда. Погнали, сбиваем топор. Это, думаю, сможет сделать каждый. Также можно, например, взять сам топор, немного вот его в тисочке зажать. Взять какое-то зубильце и вовнутрь выбить сам обух. Зубильце только где найти, непонятно. Плохому танцору, как говорится, елы мешают, а хорошему все пригодится. Вот смотрите, видите, ручка просто отломанная, банально лежала. Берем наставочкой и пошли. Раз, все. Наше топорище, наш обух уже на воле. Вот так вот он выглядит. Так, вот, видите, топор уже, вот такая печать. Кто разбирается, сними здесь поближе. Напишите в комментариях, что это за топор. Ну, а мы сейчас будем его заваривать. Так, по классике жанра покажу, как я это делаю. Для начала, если есть тиски, хорошо, если нету, и так сойдет. Зажимаем наши тисочки, в тисочки наш топор. Берем сварочку. Цепляем раз, берем электродик два, которых уже осталось со времен. Еще очень мало, тут штучки три. Берем какой-то недопалок и вперед. Зацените мою боевую маску. Она падала, блин, с пятых этажей снесу. Я ее на жидкие гвозди заклеивал и работал в ней, ребят. Это просто самая боевая. Она прошла по сварке и Крым, и Рым. Ребятушки, вот такой будет использоваться сварочный аппарат. Ток это желаемый, то есть просадки, все дела, делайте на это поправку. Это не фактический, который выходит уже сюда. Обычным троечкой электродом будем варить. Берем сварочную маску и прихватываем с двух сторон. Сначала с этой, потом с другой. Держатель. И погналась. Кричим, глаза! Опаливаем внутри электрод. Прихваточка есть, ребятки наши, с вами. Теперь берем на другую сторону. Раз. И тоже делаем здесь прихваточку. Чтобы у нас ничего никуда не ушло. Чик. И прихвачиваем. Прихватили. Теперь берем сразу. Все делается быстро. Ставим топор вот так. Оббиваем наш шлак. Глаза. И то, что мы должны сделать, это заварить, вот сними здесь поближе, изнутри. Глаза! Шучу. Электрод не подключен. И вот здесь вот эту трещину изнутри мы должны с вами, ребят, проварить. Занимаемся этим. Ж.
желательно, ребят, елочку варить в том направлении, чтобы она как крючок цепляла вот это вот дерево. И топор у нас не соскальзывал, не слетал с обуха. Кто шарит, тот шарит. Буду объяснять вкратце. Так, теперь с этой стороны довариваем. Глаза. Все. Переворачиваем наш топор. Устанавливаем в удобном для вас максимальном положении, в котором у вас хорошо получается варить, потому что не каждый с таким опытом, как у меня, конечно, я понимаю. Вот. И погналась. Варим сплошным швом снаружи. Никаких болгарок, никакого говна, ребят. Просто просмаливаем хорошенько металл. Глаза. Лайфхак от сварщика. Когда у вас палец, собственно, уже до накала нагрелся, за мочку уха вот так вот беремся. Мочка уха — одно из самых холодных мест нашего тела. Вот так взялись и все. Можно потом перевернуть палец сюда. Сейчас, ребятки, мы и приварили наш топор. Вот, с пылу с жару. Раз. Глаза. Сбиваем шлак. Берем наш топор на вот эту ручку, которую... Смотрите, как звенит. Слышно вам? Погналась. Погналась, пошли, пошли. Сейчас покажу, что дальше. Зевс, а ну, спас взять этих ребят. Покажу, что дальше с ним делать. Идем сюда. Наше топорище. Набираем водички в кастрюльку холодненькой. Я вам показываю практику, ребят, как это работает, за то, что вас потом будут благодарить и приходить делать еще. И бросаем его сюда. Слушайте. Закипело. Наш кипятильник ушел ко дну. Все. Ребятки, берем дежурный ополовник. Видите, вот здесь половничек. Топоры наши остыли. Достаем, вылавливаем наши топоры. Так, ребятки, теперь достаем наши с вами топорики. Вот два штуки. Спецзаказ для Александра Шабашка. Заварить два топора. Смотрим. Вода как-то повлияла? А? А ну напишите в комментариях, как звонить. Погнали красоту наводить. Посмотрите на дядю Сашу, как дядя Саша робо. Девочки и красавец. Кстати, спасибо моему самому лепшему дрожбану, который сейчас на нулевой, он мне задарил эти очочки. Погналась. Наводим красоту. Вот на примере маленького. Смотрите, ребят. Вот когда топором можно бриться, вот это вы его уже заточили. Вот у меня тут бумажка, смотрите. Видите, режет бумагу. Вот это заточенный топор. Так, откручиваем у нас диск, который мы пилили, собственно, плитку. Убираем его в сторону. И нам понадобится вот такой зачистной диск. Ставим его сюда. И зажимаем. Болгарка, видите, со стройки. Гвоздем фиксируется. Не кнопкой. Там уже кнопки давно никакой нет. Только теперь включаем в розетку. Одеваем очки. Фиксируем наш топор. Будем зачищать. Смотрите, вот этот маленький, да? Наводить с ним красоту. Зажимаем хорошо. Одеваем очки и погналось. Вот так зачистили эту сторону. Наша задача не полностью счесать шов, а максимально его оставить, да, при этом, чтобы у нас топор имел свою естественную форму.
Теперь зачищаем эту сторону. Внутреннюю сторону просто оббиваем шлак. Переворачиваем. И зачищаем вот эту сторону нашу. Такой вид имеет у нас топор. Теперь забиваем шлак изнутри молоточком. Этот внутри шов, он будет только дополнительно держать наш обух топора, чтобы вы понимали. Все. Этот маленький топор тоже попробуем довести до какого-то логического конца. Вот так вот возьмем, набьем. Топорища пока просто негде чисто физически купить. Как купим, поменяем. За счет внутреннего шва будет пока держаться. Посмотрите, за счет внутреннего шва, насколько уплотнился у нас топор. То есть он уже реально отсюда не слетит. Сейчас вот эти бэбахи поснимаем. Тут есть такой дежурный у меня, еще третий. Красоту наведем, так скажем. Вот и все. Смотрите, как заточены. Держится хорошо. Сейчас попробуем что-то порубать. Легко, изи. Раз. Топор рубает. Даже вот такую толстую ветку, смотрите. Добра бы была, позитива. Всем, ребятушки, добра бы была, позитива. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток и телеграм-группу. По ссылке в описании. Ну а кому надо порубать дрова, шутка, кому надо оформить страховочку, оформляйте, ребятушки, по моему промокоду получится 10% скидки.